Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, в первую очередь я зайду на тренировочку и заберу нашу команду. Так, глянем. Как видишь, в армии ничего не появилось, поэтому никто там не выслужился. Значит, мы с тобой отправляем в дальнейшее, как говорится, прокачивание наш отряд. Блин, почему у нас укун не прокачивается, а? Он имеет две звезды, там до трех-то звездочек совсем ничего. По идее, по логике. Он не хочет прокачиваться. Так, здесь у нас разыгрывается некро. Если мне не изменяет память, то некро у нас прокачана полностью, да? Так точно, она имеет 5 звезд, поэтому сегодняшнее ежедневное испытание мы пропустим. Так, на арене. О, 18 карточек на термин 9000 получаем. И плюс жрица. Но жрица — это хорошо. Так, друзья, давайте-ка по-быренькому. О, награда высшего уровня. 18 карточек на друидку. Слушай-ка, друидка-то мне нужна. Нужно ее, ребят, прокачивать конкретно. Давай я возьму этот отряд с нашим милым фехтовальщиком. Пускай он идет, как говорится, и крушит всех налево и направо. Ему это не впервой. Видишь, у него даже повязка там с орденами, все дела. Но даже никто не вышел, ты представляешь? Просто никто не вышел. Он подошел и в наглую завалил замок. Ну что, а мы с тобой идем на сюжетку, и у нас долина подданных. Дальше будет у нас территория нежити и долина захватчиков. И после этого мы перейдем с тобой в новый свеженький портал. Так, значит, мы будем драться против людей, да? То есть долина подданных нас ждет. Ну что же, ждет это хорошо, ребят. Давайте тогда возьмем, наверное, вот эту команду. Немножко, конечно, здесь немножко не то, что я, конечно, хотел бы. Но давай, попробуем отправить в первую очередь щита бота, а дальше, наверное, нет, все-таки придется паладина вызывать. Да, придется паладина вызывать. Смотри, смотри, как он разошелся, ё-моё. Давай, 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 камикадушка. Даже где бам-то? Бам, а бама и не было. Чего? Это так паладина мне там расписали? Нифига, у него здоровья там осталось. Посмотри, сколько. Ну это совсем, ребят, не айс. Я тогда вызову еще одного паладинчика. Так, давай-ка мы этих, наверное, притянем. Замечательно. Разворотили, как говорится, мы этого черного мечника. Давай-давай-давай-давай, родные мои, валим. Так, этого тоже наказали. Еще одного всадника на журавле. И, в принципе, друзья, здесь уже победа 100% за нами. Я еще одного зомби-камикадзе вызову. Такой, идет такой голодранец без руки. Такой, помоги мне, помоги. Бабах, помог. Замечательно. Ну что, первый поединок, он на то и первый, чтобы быть таким легким. А мы двигаемся дальше. На второй бой. Здесь у нас прибавляется копейщица. Уже миллионный раз мы проходили этот этап. И копейщица здесь себя просто-напросто не оправдывает вообще никак. Ну-ка. Бум. Будет большой бум? Конечно, будет. Ну где там, блин? О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, ребят, ну это, конечно, фигово. Взорвись. Блин, копейщица это не в тему там лезет. Нафиг она здесь нужна, а? Ты объясни мне. Она нам здесь и даром не нужна. Давай еще вызовем с тобой одного паладина. И еще одного щита бота. Опа! Это пошла. Давай, бей своих, чтоб чужие боялись. Но паладин очень быстро, ребята, впадает в ярость. Начинает бомбить, кромсать всех налево и направо. Смотри, не успел выйти, уже в ярости. Ну, как ты понимаешь, это им не поможет, потому что сейчас мы разнесем этот замок в лохмотье. Так, давай-ка я еще сделаю вот так, наверное, притяжение.
Да. Минус вражеский замок. Ну, а мы двигаемся дальше. У нас третий этап. Здесь прибавляется лучница. А что если я возьму, например, вот этот тут? Не, ладно, давай отыграем это, этим отрядом. Чтобы потом не бегать по разным этим щелям до углам и искать себе каких-нибудь юнитов. Отыграем их, да и все. И будет у нас, как говорится, счастье. Так, ему далеко до нас идти. Поэтому паладиныч, в принципе, ребята, выйдет. Но паладина нужно прикрывать. Потому что мало того, что этот может оглушить, так еще этот псих, он вышел. Давай, бумкни. Хорошо, бумкнул. Блин, паладин, почему такой слабый стал, а? Ты вроде бы был такой сильным, а сейчас какой-то слабенький стал. Иди сюда, там стоит издалека, бомбит по нам еще, а? Ха, фехтовальщик испугался. Ребят, фехтовальщик испугался, простоял там возле стеночки. В ожидании, я не знаю, какого-то чуда. Блин, паладин моего ушатали, к сожалению. Давай, пробиваем, говорю. Нормально. Пошла мазочка. Так, эту лучницу надо сюда подтянуть, чтобы она стояла рядышком, да? И не бухтела там больше. Паладин идет медленно, но, ребята, уверенно. Так, карточка на лучницу выпала, хотя она мне не нужна. Она у нас прокачана по полной программе. Ё-моё, там еще и ускорение. Ну, в принципе, и так забомбили. Всадники на журавле, естественно, выполнили, так сказать, свою основную работу. А у нас предпоследний этап. Ага, здесь бродяга. А если бродяга появляется, значит, нужно быть всегда на стороже. Потому что, ну, бродяга, ребят. Вот он, хлыщ мелкий. Так, ну что, через паладин, конечно, придется его нам уничтожать. Вот тут вообще других вариантов не рассматривается. Ага. Давай-ка мы, наверное, вот так вот быстренько с тобой сделаем. Бам! И нет этого бродяги. Быстро мы его, короче, конечно, заклепали здесь. Так, я еще вызываю одного всадника на журавле. Блин, ты достанешь, а? На тебе. Шутку, так сказать. Опять паладина они мочканули, а? Ну, ты посмотри. Ты полюбуйся просто на них, а? А как он? Он же в инвизик. Подожди, ребят. А какого фига? Нет, вы, конечно, меня простите, но какого лешего бродяга прошел через всех, и он не стал проявляться? Ребята, он не стал проявляться, он проявился только лишь, когда прошел все и подошел к замку. Это чит или баг, одно из двух, ребят. Это, скорее всего, баг был какой-то. Потому что бродяга должен был проявиться после первых, когда прошел. А он прошел первых, вторых, а потом еще и третьих бы. И ему было пофиг, понимаешь, на все на это. Нормально. Вообще замечательно просто. Да. Никакой абсолютно не было справедливости. С ним бродяга неопределенный, блин, я не знаю, что делать. Так, ладно, ураган. Всех, как говорится, к стойлу. Он выбежал. Видишь, он как только проходит волну, он сразу проявляется. В тот же раз он не проявился. Он просто проходил мимо всех. Вот так вот. То есть это чит был. Ну, смотри, вот тут появился опять. Ускоряха. Ну, добивайте, давайте замок. В общем, мы с тобой одну энергию просто-напросто профукали на пустом месте.
просто на пустом месте. Такого не должно было быть. Но видишь, это произошло. Как ты думаешь, мы сможем победить вот этим нашим отрядом без применения имбы? Без топового отряда. Богиня солнца против короля. Это будет серьезная схватка. Это будет очень серьезная схватка. Поэтому давай-ка мы, наверное, вызовем в первую очередь Теракошу. И следом ниндзю. Блин, ниндзя, куда ты побежала? Ты забываешь, что она все время очень быстро бежит. Так, давай, наверное, выпустим корни. Да и пора бы, наверное, нам богиню солнца призывать на помощь. Как скажешь. Я думаю, что пора. Нам надо... Так, богинюшка у нас вышла. Король вышел, ребят. Нам нужны корни. Давай, 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 богиня солнца, жарь его. До хрустящей корочки. Просто мы его прожарили, этого короля. Даже пикнуть не успел, прикинь. А дальше все как по маслу будет. Вот, вот это вот, конечно, плохо. Когда бродяга подходит к моему главному персонажу и начинает его бомбить втихаря. Да все, 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 шансов нету. Бинго. Так, ребят, очередная наша победа. То есть мы с тобой проходим долину подданных. Забираем теперь сундук. И смотрим, что у нас тут. Охотник за сокровищами. Получили с тобой награду. Территория нежити. И здесь у нас камикадзе. И плюс быстрый шустрый зомби. Но я тебе скажу, что тут надо, ребята, брать тоже быстрый отряд. И вот этот отряд, который я сейчас только что взял, он не быстрый. Не знаю, если только успевать вызывать самурая. Ну, чтобы нам здесь помогал самурай. Нет. Ага. Ну, так еще можно, ребят. Я бы даже сказал, нужно. Ой-ой-ой. Бамс одному. Бамс второму. Так, корни. Тут главное, чтобы этот зомби не подошел вот на такое определенное расстояние, где может наносить урон. Он же тоже массовый урон наносит. Поэтому если он взорвется рядышком, с, например, с нашим замком, соответственно, он нанесет ему урон. Несмотря на то, что он даже его атаковать не смог. Ну, а здесь сам видишь, что получается. Так, корни. Я. Все, расклепали. Так, ну что, первый раунд за нами. Квест. Забрали с собой награду и двигаемся дальше. Второй этап. На втором этапе у нас прибавляется когтистый. Когтистый мало того, что очень размашисто бьет, так он еще после смерти может, ребята, сбросить свой череп огненный. Это наподобие, как у нас действует... как бы тебе сказать? Это наподобие Феникса. Феникс, когда помирает, он тоже может, ребята, сбросить свою черепушку. И вот, 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 вот. И эта черепушка, если бы, например, он бы здесь стоял, бы вот здесь, здесь бомбанул бы, он бы мог бы нанести урон замку именно этой черепушкой. Так, ураган. Ураганчик, ураган. Ураганчик, ураган. Давай, 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 колбась. О, молодец, молодец, родной мой. Встал, встал в истерику, начал бомбашить. Прекрасно. Ну, а мы тем временем разносим ему замок. Что может быть, да, слаще, чем победа над врагом. Ну что, переходим с вами на третий этап. И здесь прибавляется кто? Правильно, банши. Банши опасна только лишь одним своим криком,
который станет не одного противника, а всех, кто попадает в радиус ее крика, но опять же с определенным шансом. Не 100%, как говорится, она может всех застанить. Вон она вышла, карга старая. Сейчас начнет верещать. Ну давай, 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 давай. Летит, летит мой. Так, вызовем корни. Ну, уже неплохо. Уже, друзья мои, очень даже неплохо. Смотри, что происходит. Во-первых, мы уже замок. Да, мы его уже уничтожили. Я хотел сказать, мы уже начинаем бомбить замок. И в последний момент я уже посмотрел, что хп-то и не осталось на нем. Вот, вот здесь вот, конечно, похуже. Поэтому я, наверное, возьму топовый отряд наш. Правильно ты догадался, здесь прыгун. Прыгун, который очень сильно раздражает и выбешивает, наверное, любого. Так, ну что, пускай он пока идет. Мы будем с тобой через рыцаря-мага работать. Хорошо, что он, конечно, без истерики. Все как полагается, да? Тогда я, наверное, его лучом. Угу. На тебе. Это было прям, ребят, прекрасно. Твою налево, что вытворяет, а? На. Что-то мне подсказывает, здесь сейчас мы, ребят, разрулим ситуацию. Да? Проще, ребят, парень репы. Ну что ж, прекрасно. Просто прекрасно. Двигаемся дальше. Последний этап. Здесь у нас... сам видишь кто? Жнец. С жнецом лучше не шутить. Лучше, ребята, не допускать того, чтобы он вышел. Хотя с моей ультой мы можем позволить себе вообще хоть что. Интересно, если я выпущу Ронина, он успеет шваркнуть, а? Если бы он выбежал бы в истерике, возможно, он бы шваркнул бы. А так... Да хотя он и так хорош, смотри. Я легенда. Завершен квест. Ронин выбежал пару раз у нас в первом поединке, и все. Да куда ж ты, дурак, прыгнул-то? Я, блин, фигею, ребят, с этого дурдома, блин. Ё-моё. Не чтобы пойти, блин, в атаку, он сделал, просто перепрыгнул его. Естественно, придется перепроходить. Естественно, ребят. Как же так-то, а? Тупанули, блин. Надо было нам не прыгуна с тобой брать. И луч. Меня больше взбесило, почему не сработал луч. Бежит, бежит, бежит. Он был, должен был сработать, но нет. Он решил, зачем? Зачем мне срабатывать, да? Я даже немножко удивлен, что у нас вот так вот хорошо все идет. Вообще на изи. Просто на изи запинали. Давай. Так, сундук нежити. И нам выпадает то, что у нас все абсолютно прокачано. Ну что, ребята, последняя территория — это захватчики. Блин, такие вреднюки, если честно. Такие вреднюки эти захватчики. Особенно, когда это уфо у них прибавляется. Блин, там хоть стой, хоть падай. Ну что, джиггернаута, наверное, начнем вызывать в первую очередь, да? А он стража, как всегда. Я больше уверен, что он будет вызывать стража. Поэтому нам нужно будет еще вызвать... Правильно, баллисту. Он будет заодно и стража колбасить, и... Вон, слизень-морпех вылез.
Клетку, что ли, им туда кинуть? Вот пускай теперь стоят и наслаждаются в клеточке. Небо в клеточку. Все, ребят, победа. Замечательно. Ну, а мы переходим с тобой на второй этап. На втором этапе у нас кто тут добавится? Да чтоб тебе, теперь тут хищнец. Ребят, я не знаю. Слушай, по-моему, фехтовальщик у нас, да? Довольно неплохо рубит хищнецов. А насколько я помню. Сейчас проверим. В тот раз он, по-моему... Да, друзья мои, очень даже хорошо он справляется. Ну, а Джиггернаут, само собой разумеющий. Смотри, 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 фехтовальщик разошелся. Чих-чих. Ах ты, гаденыш. Да в плане, блин, клетка-то... Куда клетка-то, я не... Вот этого, конечно, я юмора не понял сейчас. Давай по чесноку. Так, идут, друзья, давай. Ага, не успел, как говорится, этот чепушило нас поймать. На тебе. Мелочь-то пузатая. Чё-то затянулся у нас поединок, я тебе скажу. Прям вообще... Все. Замечательно. Ну что, друзья, третий этап. Блин, вот он этот... Этот мелкий вонючий пришелец. Дождались мы его. Сейчас будет мне выносить мозг по полной программе. Ну что нам? У нас выбор невелик, ребята, вызывать фехтовальщика и уже... Хотя мы можем прикрыться и грифоном. Можем? Можем. Почему бы нам тогда не сделать это? Пускай грифон у нас летит. Потихонечку, так скажем. Он очень долго орет. Клетку поставим здесь. На тебе. Все, друзья. Оказывается, у нас морской слизень, он наносит урон и по воздушным целям. Вот оно что. Я думаю, чего у меня грифон-то погиб? А он его просто расстрелял. Вот так вот. Ну, здесь, слава богу, нет никакого уфу, поэтому мы можем здесь немножко на чили пройти. То есть нам не надо бояться, что вот у меня Джиггернаута похитят или еще кого-нибудь. Просто в наглую напрямки всех вызываем и по барабану нам. Я вообще, наверное, сейчас вызову жнеца. В наглую прям. Просто в наглёж возьму и вызову его. Да, он, конечно, вряд ли сможет справиться со стражем. Нам очень крупно повезло сейчас, что была возможность мне вызволить, как говорится, после фехтовальщика сразу же Джиггернаута. Это нам крупно повезло, так скажем. Да все, здесь шансов у них ноль. Но моего этого баллиста все равно успел, да? Шваркнуть. Ну, а вот и последний этап. И здесь у нас лорд пустоты. Лорд пустоты. Ну что, я готов? Я готов как никогда. Что-то тишина такая. Вот если бы сейчас ведьма была бы, она бы шваркнулась с одного удара. Ну, мы, в принципе, все равно успеем вызвать.
Давай, ведьма, разнеси этого слизня морпеха, чтобы его тут в духу не было. Нет, ну так я не договаривался. Чтобы не выпендривался он тут. Да, конечно, щиты он там навешивает. Сейчас тебе люлей навесят. 3 тонн. Тут, по-моему, вообще, ребята, легче легкого все произошло. И вообще на изи. Ну, сам видел, все прошло как нельзя хорошо. И сундук захватчиков. Так, здесь мы получаем с тобой... О! Лорда взяли. Ты смотри-ка, жнец. Ядерный робот. Ну и, соответственно, эльфы. Ребята, 212-й портал. Так, территория роботов. Плюс... долина подданных у нас. Нефритовая долина. Дальше идет территория нежити и территория роботов. То есть две территории роботов, как ты видишь. Ну что же, поехали. Значит, здесь молотильщик. И плюс робот. Щитобот, соответственно. Не-не-не-не-не, давай без вот этих вот своих выкрутасов, пожалуйста. Они нам здесь и даром не нужны. Так, ну-ка. Бамс. Выходи, родной. Мы тебя долго ждали, ты нам нужен. Давай корни выпустим. Ай, как красиво. А вот это было плохо. Хотя ниндзя выжила, ребят. После смертельного удара она выжила. А вот тут вот, к сожалению, нет. Но он приборзел, на самом деле, этот молотильщик вражеский. Зачастил он с выпусканием ульты. Вот опять сработала ульта, видел? На каком, спрашивается, основании? Да рубите вы замок в конце-то концов. Все. Потушили свет мы в этом замке. И переходим на следующий поединок. Так, это второй. Так, энергия. А у нас одна энергия всего осталась, друзья. Всего одна энергия. И здесь как раз будет робот Тени Толка. Или спортивный робот. Или робот-слюнтяй. Да как хочешь его называй. Робот-паук. И можно вообще по-разному его называть. Суть от этого не меняется. Слюнтяй он и в Африке слюнтяй. Угу, молотильщик вышел. Как вышел, так и ушел. Расписали. Прям как по ноткам. Ну-ка, дай сюда. Буду я на них тут любоваться, еще думаю. Давай, 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 давай. Стоят в кислоте по барабану. Все, друзья. Вырубили мы. Вырубили всех. Все, кто был у нас на пути. Ну и, как видишь, энергия у нас закончилась. Это говорит о том, что и я буду завершать эту серию. Так что, друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.